Ну и как ты, фуфел галимый, живым отсюда выйти хочешь? Видите ли, Игорь Сергеевич, начальник оперативной режимной части, интеллигентнейший человек. Знаю этого интеллигента, он тебя не отмажет. Но он мне говорил. Он и мне говорил. Но тюрьма, она, знаешь, квадратная, а человек он круглый. Вы меня извините, конечно, но я ваших тюремных афоризмов не понимаю. Ну и вас я понял, по сути. Уверен? Век воли не видать. Ух ты, ну давай. Значит, посылочка, ну, по-вашему, кабанчик. Кабан, не кабанчик. Кабанище, монстр, 10 кило. Для вас специально никакой свинины. Да давай свинья, давай. Свинья грязное животное, я вот за это съем. А ты действительно понятливый. Да, и еще, может еще вам... Еще кабанчик? Нет, 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 нет. В виде информации. Когда я сидел в камере, в хате, ну, с этими, замерзшими. С отморозками, ну? Да-да, вот верно. Кстати, мне обещают вернуть эту камеру, и мы будем там втроем, по хозяйственным статьям. Ну, ты сядь, не маячь, я знаю. Отморозков завтра на этап. Ну, дело не в этом. Когда я спал, они думали, что я спал. А я слушал. Они говорили, что нужно разобраться с каким-то молодым человеком. И называли его Немой. Немой? Ну да, в тюрьмяшке. Он еще вместо меня в камере моей. В номере его разместили. От звери, а? Да, и не говорить. Дальше, мили, что они там нахрюкали? Когда они шептались, они говорили, что четверо против одного нельзя, мол, подстраховаться. Шакалы дешевые. Не говорить. Они говорили, что нужно усыпить его бдительность, а во вторую ночь гадость ему преподнести. Что? Ну, я не знаю, что. Я только помню один нюанс. Самое главное, чтобы следов на теле не оставалось. Ай, тлярей. Ах, айвон, тлярей. Барбар сляна коттераман, мэн. Вот-вот, и мне это категорически не понравилось. Соколны ульдричка, ёль коймей, мэн. Кабана, сам захаваешь. Если кто тронет, скажи, что ты мой брат. Спасибо. Двоюродный. Спасибо. Большое спасибо. Сбрызни. В каком смысле? В прямом. Понял. Короткий, иди сюда. Процинковать надо. Срочно. Коня надо гнать в тройники. Далеко, стрёмно. Кто у нас на кичи лучший конегон? Костя, карту давай. Не успеем. Ночью они его задавят. Так. Вот. Ну-ка, вали отсюда. Ничего, давай, ничего, давай, ничего, давай. Ничего, пошел. Ничего. Смотрите, мы здесь. 116 у нас вот. А гнать надо через верх. Через 329. Сбрызни. Стрёмно, долго. Надо нижними. Через баландыря сквозняком. Кто там? Конгениально. Там Кашкадав. Мы через Ниву Сучару в 40-ю, а оттуда боковым конем в 101-ю. А там через Попкаря и до адресата. Там Тома. Через нее надо, она передаст. Маршрут утвержден, в натуре. Малевич, гони коня. Опаньки! Поскакал! We'll be right back.
Через час приедем. А что, собственно, происходит? Что это за конь? Слушай, Израиль, тебе кабана твоего отломили, да? Тебя от гнетеля отмазали, да? Лежи, спи. Не грузи думалку порожняком, а? Скачки у нас. Спи, ипподром. Понял? Отдаст шмо на коридоре. Таможник нам! Слышь, Барыглову, топи коня! Да поздно уже! Коня кум оседлал! Так, быстро от окна отошел! Всем стоять! Вещи собрали, на коридор пошли! Так... Так... Гамит, подойди к Баландрю, что-то хочет. Кашкадав передал 101-й дубаки, шманули. Коня вашего скинули в аут. И еще, слыхал, головня сегодня в котельню скрылся. Худор Ахмат Кусы. Ах, Айлон Ларей. Ах, Ишеклар. Твари позорные, звери. Я их маму уголубил, холил и нежно целовал. Майле! Майле, я шамиман! Я шамиман! Амо коллярине и чаман! Я жить не буду! Жить не буду, но я их крови напьюсь! Я ужасно извиняюсь. Может, я помочь могу? Бухгалтер! Ты забодал уже! Подлежи помело, пока пушам! Я их всех порву! И папу, и маму, и дедушку! Хамид, конек свалился. Кум сто пудов нас пробьет. Прессанет по полной программе. И без бычара этих устроит нам гаграми. Я не дам им загасить немого. Не дам. Не кипишись, не кипишись. Послушай, что про него базлают. Кто? Да он, дед. Но! Говорю, чего видел. Чего не видел, не говорю. Зашкварился, немой-то. Поручкался с головней на глазах у всей сборки. И что? Краба дал ему при полном сознании, при уме и памяти. А головня, как положено, его упредил. Ты, зашкваренная душонка! Ты Лиса знал? Ты головню знал? Ты немого знал? Пусти! Сам Рамсы попутал. Я на зоне столько протоптал. Я здесь понятия толкую. Понял? Понял. Понял. Головня скрылся в котельной. До обеда еще нашли. Теперь им кранты, Гамит. Онаму худону уста себе хоеб, касамы чаман. Мамой, Богом клянусь. И моим, и твоим, и твоим, и твоим тоже. Козлом последним умру под нарами. А кум у меня кровью умоется, и следак этот. И немого не дам загасить. Братки, надо навести дорожку в 101-ю к строгачам. Отбоя надо немому поднять веки, а? Прошу прощения, я, кажется, понял. Мне шалобол этот на ливер уже надавил капитально. Но вы же хотите со 101-й связаться. Я ему сейчас клистер ставлю. А так разве не проще? Опа! Откуда мобила? Ну, мне сказали, чё почём, сколько стоит? В Курск можно позвонить? Маме. Да ради бога. Набери. А нам-то с этого какая радость? Что там, 101-я? Она что, офис, что ли? Минуточку.
101 отвечаю. Алло, Осип Григорьевич, здравствуйте. Это я, Фима. А, да, да меня перевели со строгой комнаты в общую комнату. Ага, а как ваше здоровье? Ну, ясно. А как желудочек? Так, туда-сюда. Вроде сейчас не болит. Я вам советую кашки, да, манны. На молоке. Да, замечательно просто. Как дома? Вы не звонили? Я звонил. Слушайте, а как Фира? А Фаня? А Хая? А у нее муж вернулся? Да боже ж ты мой. Ну так, Осип Георгиевич, извините, я хотел, забыл даже спросить у вас. Так вот, скажите. Ты шалобой-то порыхло. Шалобой там себе надо. Что это за человек, а? Семья святое. Так женится он или нет? Так передайте ему большой привет. Тьфу, ты, я забыл, вы тоже сидит. Алло, красавчика позови. Не понял? Это гранит положенец. В положении? Не в положении, а положенец, урод! Сёма, это кажется вас. Здорово, Гамит. Да, знаю, слышал про головню. Не мой? С бычарами. Говорят, живой еще. Вы меня не узнаете? Я зря пришла, зря вас побеспокоила. Вы, наверное, сейчас никого не хотите видеть. Мне уйти? Встречаются, горят из... Братва, тихо. Так, так, так. Говорят из этих Тамара встреч, что... Томочка! Что тебе? Я ж откидываюсь завтра, Томочка. Такие дела. А мне-то что? Давай, давай, дальше! Разводи! Я не так о нас думал, Тамара Васильевна. Не так. Интересно, как это ты думал? Играете вы чувствами, Томочка. Чего? Было в чем играть-то. А вы не видите, а? Не видите, какая канитель со мной творится, а? Ну, хвали, что тебе? Слушай, Томочка, я же завтра выйду. Один, как на лысине волосок. Тома! Ночевать негде? Я бы сказал, не с кем. Да пусть батьку передаст коня. Да совесть у вас есть или нет? Не будет она, не будет. Ну что, что у вас там? Да, грех немому закинуть. Никаких маляв, пусть даже не заикаются. Тома, Томочка, да какая там малява? Пачка, курево одно, ну что ты? Слушай, Томочка, я ж приду вечером. Ты что хочешь делай, а я приду. Ну нельзя, говорю. Чего нельзя? Маляву нельзя или прийти нельзя? Лицом к стене. Викторович, подожди. Тома, присмотри за ним. Иди, иди, присмотрю. От Гамида. Про голову не слыхал, скрылся в котельной. А этих на сборку отведи. И пошустрей.